Меня зовут Наталья Лисянская, и сегодня я приготовила вам подарок. Это практика обращения к ангелу-хранителю. Мне очень хочется верить, что в новом году ваши самые сокровенные желания станут реальностью. Я надеюсь, что данная практика вам в этом поможет. Сейчас мы будем с вами загадывать желания, и я вам предлагаю ознакомиться с правилами. Первое и единственное правило заключается в том, что все желания загадываются в третьем лице и в настоящем времени. Так как у желания нет прошлого и нет будущего, есть только здесь и сейчас. Итак, ваше желание может звучать так. У Маши есть Мерседес, или Настя замужем за Петей, ну и так далее, на ваше усмотрение. Но для этого я вам предлагаю взять лист бумаги, написать свое желание, руководствуясь этим единственным правилом, и закончить его фразой «Да будет так». Сейчас поставьте, пожалуйста, это аудио на паузу и запишите свое желание. Ну что ж, я надеюсь, ваше желание записано на листе бумаги, вас радует. И теперь я вам предлагаю отправиться в медитацию. Закройте глаза, сядьте поудобнее, делайте вдох и выдох. Проговаривайте вместе со мной. Ангел мой, хранитель мой, укрой меня своей пеленой. Сохрани мое тело и мое дело. Ангел мой, приди ко мне. Перед вами возникает ваш ангел. Подойдите к нему и скажите ему о вашем желании. Спросите ангела, действительно ли это то, что вам нужно. Он дает вам чистый лист и просит написать ваше желание на этом листе. И вы пишете золотыми буквами. Закончив писать, напишите фразу «Да будет так». Вы отдаете ваш лист ангелу, и он ставит на нем свою личную печать «Исполнить». Поблагодарите ангела. Он берет ваше желание и растворяется. Сделайте вдох и открывайте глаза. Эта практика кажется очень простой, но она очень действенная. Я желаю вам счастья. Пусть ваши желания будут реальностью. Верьте в волшебство, и оно обязательно будет в вашей жизни. С любовью, Наталья Лисянская.